Всем добрый день, меня зовут Светлана Новикова, и я сейчас покажу, как на телефоне оформить заказ компании AirSAC. Я надеюсь, что вам удалось сохранить сайт компании AirSAC на телефоне. Если вы пользуетесь Android, то я рекомендую вам набрать airsacglobal.ru на Chrome, через приложение Chrome. Если вы пользуетесь iPhone, то airsacglobal.ru мы находим в Safari. У меня уже сохранен сайт, и я его просто открываю. Так, потихоньку грузится. Дальше, когда мы с вами регистрировались, мы нажимали «Стать участником», так как мы уже с вами зарегистрированы, у нас с вами у каждого человека есть свой номер и свой пароль. Так, можете вводить, сейчас я введу новичка, которого только что зарегистрировала. Так, 434-54-69. Так, и ввожу его пароль. Так, можете сразу нажать «Не забыть», то есть у вас в телефоне сохраняется, и войти. Все, вот здесь вот наверху отражается его номер, его статус компании. Он член, так как еще не сделал никакого заказа, то есть он будет первый делать заказ, и у него состояние пассив. А для того, чтобы активировать свой кабинет, нужно оформить заказ не менее чем на 2 балла. Это на сумму 2200 рублей. Я надеюсь, что вы заранее уже посмотрели каталог, выписали коды продукции, которую бы хотели заказать. И я сейчас вам покажу, как оформить заказ. С правой стороны наверху мы нажимаем 3 полосочки, у нас открывается меню. Дальше мы с вами кликаем «Покупки», дальше «Заказать классический лист». Еще раз прочитаем, знакомимся с информацией, она всегда выходит. Ставим галочку, что мы прочитали. Нажимаем слово «Продолжить», и у нас открывается прайс, ассортимент всей продукции компании AirSAC. Обратите внимание, что это с двух сторон прайс, то есть там и там. Мы с вами выбираем продукцию, и это в порядковые номера, то есть сверху вниз идут порядковые номера. То есть у меня уже заранее, например, выписана продукция, я сейчас накидаю ее в корзину. Вот я хочу заказать себе стиральный порошок для цветного белья. Я ставлю в квадратик количество, которое мне нужно, 1. Также я хочу заказать себе стиральный порошок для цветного белья, для белого белья. То есть у цветного код 102, а у белого 101. И он находится с другой стороны. Стиральный порошок для белого белья в количестве килограмм. Ввожу количество 1. Дальше. Я хочу себе заказать капля-концентрат. Это пятновыводитель. Очень эффективный. Ну вот для пробы он есть литровый, есть пол-литра. И количество 1 штучку. Я набиваю. Дальше. Я хочу заказать номер 105. У меня выписан. Это чистящее средство общего назначения. Очень всем рекомендую для общей уборки вашего дома. То есть у вас будет очень приятный аромат такой хвойного леса. Можно ванну, туалет убирать, раковины чистить, пол мыть с этим средством. А также еще можно вместе с баньё доливать для ухода за растениями. И еще очень хорошо чистит энергетику вашего дома. Вот ставлю количество 1. А дальше я выбираю средство под номером 107. Это средство для чистки ванны и туалета. Называется «Баньё». Литровая бутылочка. И я ставлю количество 1.
Так, дальше я хочу себе заказать растворитель масла под номером 113. А вот обратите внимание, где написано с аппаратом, то есть дополнение к литровой бутылочке кладется пустая бутылка с распылителем 250, объемом 250 миллиграмм. То есть очень удобно туда наливать и при помощи распылителя чистить посуду, чистить кухонные шкафы, кастрюли, мебель. И я хочу такое средство себе тоже заказать для ухода за кухней. А дальше я выписала себе жидкость для посуды в литровой бутылке. Его тоже можно с аппаратом заказать. По каталогу надо смотреть код, там другой немножко код. Но у меня, так как есть аппарат, я закажу просто средство для посуды. Так, дальше, что я еще хочу заказать? Так, то есть у меня уже номера выписаны. Ну вот, например, мне нужен лосьон для рук. 139 номер. Тоже хочу его закинуть в корзину. Так, дальше хочу заказать, у меня выписан 259 номер, это крем по уходу за волосами. Его можно использовать в качестве кондиционера. Он в каталоге написан крем, а здесь вот написан бальзам для волос. Я уже покупала буквально две упаковки, мне он очень нравится. То есть после шампуня я его использую, наношу. То есть шампунь смываю, наношу это средство и в качестве кондиционера, в качестве бальзама оставляю на несколько минут, потом смываю. То есть волосы становятся шелковистыми, мягкими, эластичными и очень хорошо укладывается. Так, что я еще хочу заказать? Я хочу заказать крем для ног. Так. Крем для ног, не выписала себе код. Так, просто тогда листаем, смотрим. О, масло рожея появилось. Фу-фу-фу. Так. Так, вот. Шампунь с экстрактом желтой ромашки хочу. Я вот заранее код не выписала. 319 код, мне нравится этот шампунь, и плюс вот я заказала бальзам. Все, ладно, крем для ног закажу в следующий раз. В общем, я накидала в корзину все, что я хочу. Можно побольше закидывать, потому что корзину можно отрегулировать. Все, дальше я поднимаюсь кверху и нажимаю на слово «добавить в корзину». В корзину я добавила и обязательно нажимаю на зелененький квадратик на слово «Купить». Нажимаю на слово «Купить» и меня перебрасывает в накладную, где указана вся продукция. Значит, вот то, что я закинула в корзину, стиральный порошок для цветного, для белого, капля концентрата, то есть даже с картинками визуально можно посмотреть, чистящее средство для общего назначения, баньё, растворитель для масла, жидкость для посуды, лосьон для рук, бальзам для волос и шампунь. Давайте посмотрим. Так как я делаю заказ для новичка и первый раз, то есть у меня проходит скидка где-то примерно 5-7%. То есть смотрите, у вас сразу выходит сумма промежуточного заказа. Дальше обязательно мы платим, входит в стоимость нашей оплаты НДС, то есть общая сумма 7538 рублей. Личная скидка сразу у вас проходит с первым заказом 444 рубля 86 копеек. Итого к оплате 7093 рубля. Со вторым заказом у вас будет минусоваться уже 10%. То есть от промежуточного итога, если бы вы делали второй раз, то есть у вас бы сминусовалось 628 рублей. Дальше мы смотрим баллы в корзине. 6,8 баллов. И чуть ниже на зеленом фоне мы можем с вами увидеть количество подарков. То есть, смотрите, если бы мы сделали заказ на 4400, мы бы получили 3 подарка. Но так как у нас заказ на 6 баллов, то есть всегда при заказе ориентируйтесь на количество баллов, а не на сумму, то нам добавляется один подарок. То есть это классно.
И я вам рекомендую оформлять заказы с четным количеством баллов. То есть, смотрите, если бы мы с вами сделали заказ, оформили на 5 баллов, то есть у нас 3 подарка бы осталось. А так как мы сделали с вами 6 подарков, ой, на 6 баллов, то мы получаем с вами 4 подарка. Так, значит, все нас устраивает. Теперь мы с вами должны выбрать подарки. Мы с вами нажимаем «Завершить заказ». И нам предлагается выбрать 4 подарка. То есть вот предлагается перечень подарков. То есть на данный момент идет вот 5 наименований подарков. И мы из этих 5 наименований можем выбрать 4. Вот обратите внимание, у вас здесь получается 2 колонки. То есть вот на 4 403 подарка, на 2 201 подарок. Ну, как бы суммарно мы выбираем 4 подарка. Значит, что бы я хотела? Вот я, кстати, не пользовалась шампунь с бальзамом. Я ставлю галочку в квадратик. Жидкое мыло для рук с прополисом просто рекомендую. Шикарнейшее мыло. Значит, здесь мы выбираем 3 подарка. И жидкий порошок я хочу попробовать для белого белья. Это новинка, я еще ни разу не пробовала. И четвертый подарок я выбираю в следующей колонке. То есть это можно выбрать или кондиционер для белья, или крема мира. Кондиционером я уже этим пользовалась, а крема мира для меня новинка. Все, я выбрала себе 4 подарка. Дальше набираю, нажимаю продолжить. Так, грузится. И мы с вами должны добавить адрес доставки. То есть это делается один раз при регистрации. Если вы делаете на компьютере, то можно две вкладки открыть и быстро-быстро перенести данные. То есть тип адреса индивидуальный. Так, имя Петр Иванов. Так, Петр Иванов, номер паспорта 505. Так, страна Россия, область. Так, здесь мы выбираем правильный адрес, потому что мы заполняем это для доставки. Так, мы за Свердловская область, я ищу область. Так, НОПРС. Так, так, вот Свердловская область. Дальше, смотрите, мы вводим здесь адрес Боксбери. Да, вот мы уже с вами вводили в предыдущем видео. Если в вашем населенном пункте нет адреса Боксбери, вводите ваш адрес проживания. То есть вы тогда можете оформлять заказ через Почту России. Ну, так как у меня есть адрес Боксбери, обязательно нужно ввести... так, 144. Так. Так, 144. Так, индекс. Обязательно на английском языке. Так, Екатеринбург я ввожу. Значит, улица, мы уже нашли адрес Боксбери в предыдущем видео, 8 марта, 8 марта 10. Так, 8 марта, так, дом 10, это адрес Боксбери. Так, дальше мы вводим номер телефона, так, 8-902-87-02-546. И еще раз введите номер телефона. Можно через восьмерку, можно через плюс 7. 8-902-87-02-546. Так, мы вводим электронную почту. Это мы все вводим повторно для доставки. Так, Иванов Иван Иванович. Так, Иванов, точка Петр. Так, Петр. собакамайл.ру. Вы вводите, соответственно, свой адрес. Так, и далее мы вводим код почты 620-144. Так, единицу пропустила. 144. Так, сохранить нажимаем.
Все, супер. Смотрите, у нас первый адрес это, ну, тоже тот же самый адрес Боксбери. Если бы вы заводили почту, то у вас бы был домашний адрес, если хотите отправить, получить посылку через почту. Все, теперь обязательно обращайте внимание, здесь нужно поставить галочку. Адрес доставки, вот зелененько исправить, левее адрес доставки, и тут такой кругляшочек. Вот пока вы не поставите вот галочку на этот кругляшочек, вам не даст дальше пройти. Мы нажимаем «Сохранить». Дальше мы нажимаем «Продолжить». Далее открывается следующая страница. Оплата у нас проходит через систему PayKeeper. Мы нажимаем PayKeeper, и у нас выходит сумма оплаты нашего заказа. Вот я ставлю галочку. Обязательно нужно поставить галочку, тогда нам дальше даст пройти. Если вы оформляете заказ через СДЭК или Почту России, вам нужно вот в комментарии здесь прямо написать. Отправьте мою посылку через Почту России. Ну, адрес у вас указан домашний. Или, значит, через СДЭК. Я хочу отправить, если у вас есть СДЭК. Заранее, конечно, посмотрите стоимость доставки. Вообще, я рекомендую, если у вас есть Боксбери, то обязательно оформляйте через Боксбери, потому что заказ от 6 баллов дает возможность 50% оплаты доставки. То есть дает вам скидку 50%. Вы на 50% платите меньше. В почте такого нет, и почта точно дороже. СДЭК у нас вот недавно ввели, но надо просто смотреть, от какого пункта назначения, что дешевле для вашего города. Это ведь еще зависит от веса посылки, от объема. Вы когда делаете заказ, то есть у вас это все как бы вы можете посмотреть. Так, нажимаем слово «Продолжить». И опять у вас выходит накладная со стоимостью, с покупками, да. То есть еще раз проверяем, все ли мы верно заказали, потому что что-то можно исправить. Смотрим, проверяем подарки. Те ли мы подарки заказали. Так, смотрим сумма. Смотрим, обязательно проверяйте адрес доставки, чтобы у вас все было правильно заполнено. И нажимаете слово «Подтвердить». Если вас все устраивает, вы все проверили, доставка, адрес правильный, правильные коды вы набрали, продукция вас устраивает, нажимаете слово «Подтверждаю». Так, завершить заказ, продолжить. И у вас перебрасывает на банковскую карту. То есть здесь вот уже сумма сразу входит, вы можете ввести ваш номер карты и сразу оплатить. Значит, в течение суток вы можете оплатить заказ. То есть вы можете его, он у вас как бы сохраненный останется, и зайти чуть позже оплатить. Если есть возможность, оплачивайте сразу. Оплата причем может зачисляться в течение от 1 до 3 дней через вот эту систему, так что не волнуйтесь, оплата может чуть-чуть задерживаться, потому что ну, какая-то оплата проходит автоматически, какую-то компания набивает вручную. Все, на этом ваше оформление заказа закончено, оплата произведена. Теперь вы ждете от компании Боксбери, вам проходит звонок или приходит смс, или на почту приходит информация, то есть что ваша посылка пришла в пункт назначения, и вам предлагается четырехзначный код. Вы когда приходите после того, как вам сказали, что ваша посылка пришла, вы приходите в пункт выдачи, вы называете ваше имя, фамилию и называете код 4 цифры. Ну, возьмите на всякий случай паспорт, но у меня вообще паспорт никогда не спрашивали, но в разных пунктах могут быть разные требования. Так что успехов всем, ну и желаю всем, чтобы вы получили удовольствие от полученной продукции.